Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде только прокачивали наших покемонов. И сейчас мы, в принципе, продолжим это делать. Нам осталось прокачать трех покемонов. Ну, в смысле, не осталось. И сейчас мы будем прокачивать трех покемонов. Это у нас Арчен, Гровил и Принпул. Да. Ну, конечно, еще постараемся прокачать Лайрона. Вот, кстати, да я бы и так на тебя сам напал. Нормально, убили. Так, ты какой уровень, тренер? 18, нет, не нужно. Не нужно, не нужен нам 18 уровень. Давайте мы, в принципе, уже темнеет. Хрен его знает. Давайте все-таки лучше пойдем поспим. Вот уже тут сделай какую-нибудь дорожку между домов, а то как-то каждый раз вот так бегать, оббегать это все. Давайте пойдем поспим. Так, поспим. Все отлично, пойдем. Идем искать покемонов. Так, это что у нас там за покемон? Вот там у нас вроде Бульпикс, да? Вулпикс нам не нужен, в принципе, в данный момент. Так, поливирл, еще один поливирл. Они, в принципе, всегда такие 40-е уровни, так что давайте сейчас попытаемся. Ай, не попал. Сейчас уже точно не попаду. Ладно, нужно ближе подойти. Во, отлично. Ну да, 41 уровень. В принципе, как и говорил. Давайте вот этим его ударим. О, нет, этим нет. Давайте вот этим. Этим точно нет. Вот, нормально. Так. О, Райхорн. Отлично, иди сюда. Иди сюда, дружок. Сейчас мы тебе приласкаем. Так, 43 уровень. Так, вон, давай вот этим. Еще один раз. Нет, этим точно нет. Так, нормально. Фу, дальше. Идем дальше. Так. Легендарный что-то не спанится. В первой же серии, после того, как я перенес мир, в одной серии заспавнился Шайни, и заспавнились два легендарных покемона. И потом еще вроде в следующей серии заспавнился один. Или нет. Не помню уже. Но вот этот покемон у нас есть. Вроде, да. Я не знаю, что это вообще за покемон. Хрен. Не видно имя, но что-то. О, 49 уровень, я что-то даже не заметил сразу. Солрок. Так, давайте убьем его. О, там еще Мачоп я вижу. Он тоже всегда такой 40 уровень, по идее, должен быть. Оп. 32-й. Ну, нормально. Ух, ни хрена себе, как ты его ударил. Норм. Так, давайте идем дальше. Нет, тут никого нету. Бам-бам-бам. Вот этого покемона у нас еще нету. Ударим его один раз, убьем, не убьем, убили. Ну, в принципе, не очень такой покемон, которого тяжело найти, вроде. Так, вот, Электрод. Высокий уровень. Иди сюда. Чё-то мы про Артикуна забыли, он вроде у нас там в компьютере лежит. Ну, в принципе, всегда через Арт нас выручает. Всегда всех убивает.
Так, давайте пойдем вот сюда, ближе к джунглям. Сейчас давайте побудем ближе к джунглям. Может, в принципе, и Мью заспанится. Или еще кто-то, или Шайни Мью, если, конечно, повезет, да. Так, ну, в принципе, тут нет такого большого места, чтобы... давайте назад вернемся. О, Лики тут там заспавнился. Какой уровень? Так, какой ты уровень? 31-й, нет. Давайте пойдем дальше. Дальше. О, там вроде Оникс или что это? А, это крыша. Что-то такое непрогруженное было, показалось Оникс или что-то такое. Так, давайте сейчас, в принципе, давайте сюда. О, Райхорн или Райдон. Что-то я всегда... Райхорн это первая эволюция, да? Райдон это вторая. Да. Так, сейчас попытаемся убить. Ну, в смысле, не попытаемся, а убьем. Отлично. Так. Фу. Давай вот этим тебя лупанем. Норм. Так. Давайте, может, на Черезарье пролетимся немножко. Вокруг гор, может, и кто-то и заспанится. Так, давайте. Немножко полетаем или просто так полетаем, может, в принципе, и какие-то другие покемоны будут. Синдаквил, а. Ты у нас уже есть. Хитмончан. Вроде тоже у нас уже есть. Вот так, в принципе, можно полетать немножко, и, в принципе, может, и кто-то и заспавнится, хрен его знает. Чё, когда на кого найдет? Тогда я говорю, сразу два, можно сказать, заспавнились легендарных покемона. А сейчас вот. И тогда, когда четыре покемона-босса сразу заспавнились в одной серии тоже. Да, реально, давайте вот так полетаем немножко. Нет! Мать, как я всегда забываю, что на Shift это не приземляться, а падать, в смысле, вставать из покемона. Слазить, вот. Ах. Так, что-то не хватает, или мне кажется? Или мне кажется, вроде бы лопаты не хватает. Вроде. Я не знаю, ну вроде. Вот и лопата. Ну и вроде все. Так. Этот вейпоинт удалим. Вызываем Чаризарда. И летим дальше куда-то. Не знаю куда. Так, мы летаем Extreme Hills Biome. Ну, в принципе, да, тут всегда испавнится вот эти, которые пишут, что там заспавнились. Ну заспавнится хоть кто-то. Так, ну да, никого нету, походу. Мистер Мам, я там вижу. Я не знаю, есть ли он у нас или нет. Но я его вроде ловил. Вот, Чермелион. Чармандер. А не Чермилион. Что-то я тоже это всегда путаю. Нет, не туда, не туда, через арт сюда. Ну, в принципе, не будем мы летать. Заспавнится так заспавнится. Во, Райхорн. Нормально так. Давайте вот этого Арчина. Я бы и так на тебя напал, ну твою. Вот, нормально. Так. Пока что вообще никого не нашел.
Нумел. Нумела у нас еще нет, как я знаю. Ну, в принципе. Есть тут еще кто-то. Вульпикс, Вульпикс. О, я там Снорлакса видел. Он вроде тоже такой 40-й уровень. Что-то такое. А, там у нас же зимние биомы есть. А я что-то даже как-то не обратил внимания. В зимнем биоме же Тотодайла можно найти. А Тотодайл нам нужен для всей коллекции. Вот тех, как его там. Начальных покемонов, да, стартовых. Давай вот этим. Вот там, сверху, когда крутилась камера, был еще один новый покемон. Да, не ты, Милтон. Вот, вот он. В принципе, потом его можно словить сейчас. Как-то не очень нужно торопиться с этим. Ну, в принципе, он не очень редкий, поэтому можно его потом будет словить. Кангашкан. Ты у нас тоже есть? Так. Пока что никто не эволюционирует. Давай, в принципе, тоже можно тебя убить. Так, давай вот этим. О, вот, наконец-то Арчин эволюционирует. И в кого ты превратишься, дружок? И? Давай, закаменелый покемон. Кем ты будешь? Так, что-то такое. Арчиопс. Ну, в принципе, да, прикольный покемон. Тоже красивый. На нем вроде можно летать. Да, можно. Ну, пока что не будем. А у него, ну, вроде да, у него есть еще эволюции. Вроде. Вроде, да. Так, это у нас Райдон там, да? Да, давайте прокачаем. Ох, я бы и так на тебя напал. Так, вот так вот. Черизард уже 65 уровень, нормально. В принципе, можно поиспользовать Раркенди, так как мы их почти что не используем. А можно, да. Так, Раркенди у нас где и кого бы с ними можно прокачать? С ними можно будет прокачать Принклпа, вроде. Я не знаю, на каком уровне он эволюционирует, но в принципе. Давайте пойдем сюда. Они у нас или... Да, они у нас вроде в этом доме, если я помню. Или нет. Или нет. Нет, не в этом они у нас доме. Тогда я не знаю где. Ну, наверное, во втором. Где? Вот. Да, вот тут. Так, давайте вызываем Гровилл. Так, на каком уровне? 36-й, как обычно. Да, ну да. Так, и в кого ты превратишься, дружок? Кем ты будешь? О, ну да, расти. Это у нас Трико был, да, сначала? Сейчас Гровилл. Септил. Бам-бам. Не, ну прикольный покемон, что-то жабу напоминает. Жабу не жабу, ну прикольный покемон, да. Кстати, сейчас Спринплупа, который у нас был, Пиплуп. Тебе еще вот это, один уровень остался, да? Нет, вот сейчас еще два. И один. Да, и эволюционирует наш Принплуп. Так, кем ты будешь? Ну? Расти, давай. Пингвин. Ух, нихрена себе ты жирным стал. Эмполеон. Охренеть. Эмполеон. Такая... Корона, знаете, что-то похожее такое. Это что у тебя, галстук или что-то такое? Не, ну в принципе прикольный покемон, действительно мне нравится. Был Пиплуп.
Так, сейчас, если эти два покемона у нас уже прокачались, тогда давайте их поставим в компьютер. Так. Вот так и вот так. Сейчас кого бы можно прокачать? Иви можно прокачать с помощью вот этого огненного камня. У меня его две штуки есть, так что можно, но это уже потом. Кого бы еще можно прокачать? Вот Дитто у нас есть. У нас две Иви есть. А нормально, нормально, нормально. Виппинбелл. А у него есть еще эволюция. Вроде кто-то говорил, что есть с помощью камня листвы. Ну, это потом мы его прокачаем. А сейчас... Кто еще не прокачанный тут? Что-то мы так быстро прокачиваем всех покемонов. Ну, в Оникса я говорю, я не знаю, есть ли эволюция или нет. Чё, мы уже всех покемонов прокачали? Ну вот, две Иви остались. Пинсер вроде не имеет эволюции. Вроде. Милтанка, я думаю, можно удалить. В смысле, выкинуть, так как у нас уже есть Милтанк Шайни. Зачем нам обычный? Кто-то там бродит. Дрифон, ты чё, ко мне в гости пришел? Так. Давайте, кого бы можно прокачать? Его знает. Давайте вот этого обычного Марипа там. У него вроде есть какая-то еще эволюция. Ну, вроде одна еще есть. Так что можно, в принципе, его прокачать. Так, а где все покемоны? Спать ушли. Фу. Так. Так, 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 так. Ну, вроде никого такого нету, что очень такого большого покемона. В смысле, большой уровень. Покушать. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Покемоны. Райдоны. Вы большие уровни всегда. И легендарный покемон еще можно, да. О, вот, ты нормальный уровень. Давайте... Нет, это дай сюда. Вот. Вот так. Ну нормально, давай. Тебя сейчас мы попытаемся убить. Давай, Чаризарда, если, конечно, его убьют. Да, убьют, в принципе, логично. У него пару жизней было. Попытаемся убить Генгаром. Если он будет попадать, будет. Отлично. Отлично. О, Марип эволюционирует сразу вот так. Отлично. Ну, я знаю, какая у него эволюция будет. Так, 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 так. Ну да, вот это. Флаффи, да. Как я забыл. Мог забыть. Ну, я опять залагала. Ну, давай, давай, сейчас оно... разлагает. Ну. Ну. Во. Все, отлично. Больше эволюции вроде у него уже нету, так что можно его сразу же откладывать в компьютер. Так. Каких у нас еще покемонов нету? Ну да, Тотодайла у нас нету. Лунатона у нас нету, но у Лунатона даже эволюции вроде нету. Давайте вот этого нет. Вот, да, вот сейчас. Вот так. И вот. Да, вот так. И кого еще можно прокачать? Чё, Иви будем качать только сейчас. Вот, Арчиопса еще
принципе, можно, у него есть еще вроде одна эволюция. Кьюбона у него вроде тоже есть какая-то. Кьюбон, Кабуно, что-то такое. Так. В принципе, дорогие друзья, я думаю, на этом уже можно закончить. В принципе, продолжим в следующем эпизоде. Будем тоже прокачивать покемонов. И надеяться, что где-то заспавнится легендарный покемон. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.